Привет всем, кто любит вкусно и полезно покушать. Полезно и вкусно, потому что иначе вас бы не заинтересовал ролик про хлебопечку. В общем, хочу рассказать сегодня, зачем мне хлебопечка, как я ее использую, что я делаю для того, чтобы всегда был удачный хлеб. Всегда. Вот у меня сколько она уже, около 2 лет, ни разу у меня не было неудачного хлеба. И я примерно догадываюсь, почему. Значит, у меня вот хлебопечка Moulinex, простенькая, мне 12 программ. Значит, белый хлеб, французская булка, это такой пористый, он идет. Третья программа — это из цельной муки, она, кстати, самая длинная. На четвертой у нас хлеб быстрой выпечки, на пятой сладкий хлеб, можно выпекать куличи на Пасху. На шестой программе хлеб очень быстрой выпечки, никогда не пользуюсь, потому что хлеб не очень хороший получается. На седьмой тоже очень быстрая выпечка, но здесь разная. Здесь на 700 грамм, а здесь на 900. На восьмой программе такая программка, которую я очень часто пользуюсь, это тесто. Восьмая. Девятая — можно джем сварить. Десятая — для приготовления кексов. Одиннадцатая — сэндвич, кстати, хорошая программа. Вкусный такой, с тоненькой корочкой хлеб получается. И 12 это просто выпечка. Если на этих программах там замес все идет, то 12 это просто. Вы можете туда залить тесто какое-нибудь, там тот же самый бисквит. Включить выпечку, и за час он спечется. Именно эта хлебопечка, она на 700 и 900 грамм буханку рассчитана. 3 корочки можно интенсивность корочки сделать. Есть отсрочка старта. В общем, простейшая хлебопечка, но она у меня, конечно, потрепалась, потемнела. Вот видите, вот это все не отмывается, это уже пластмасса потемнела, но на качество хлеба это не влияет. В общем, в чем же все-таки я поняла сразу, как только я ее купила? Я поняла, что в таком деле, как выпечка хлеба, очень важны пропорции. Поэтому сразу же были куплены весы. Кухонные весы. Вот. И сейчас я прямо с вами загружу хлебопечку на весах. Покажу, как я это делаю. Значит, вот простейшие китайские весы. Я себе для простоты распечатала вот такую рецептуру на каждую программу. Белый хлеб у меня есть, отрубная программа, чтобы не заглядывать в книжечку, потому что там очень меленько нужно искать, а так вот у меня есть рецептура. Очень легко мне загружать. Значит, что? Делается все просто. Используется обычная холодная вода. Значит, я буду печь сейчас хлеб на 700 грамм. Значит, придерживаюсь рецептуры буханки на 700 грамм. Значит, у меня написано: вода 270 миллилитров. Как в аптеке. В комплект входит вот такая ложечка мерная. Значит, и дальше у нас по рецепту идет растительное масло 3 столовые ложки. Начнем с того, что я никогда не наливаю 3 столовые ложки. Много, хлеб пахнет потом этим маслом, мне не нравится. Значит, я наливаю очень мало, и вот эту ложечку я не использую. Почему? Потому что она пачкается в масле, и потом мне нужно набирать сахар или еще что-то. И, в общем, это все налипает. Тогда я беру просто на глаз, наливаю немножечко масла. Ориентировочно столовую ложку, не больше. Мне не нравится, когда много масла. Далее соль идет 1 с четвертью ложка. Ну, я как бы вот считаю, что это так. Допустим, около того. Значит, сахар написано 2 с четвертью столовой ложки. Тоже вот сладкий. Когда вы сами печете, вы уже можете сами решать, какой вы хотите хлеб. Более соленый, более сладкий, более пышный или более плотный. Значит, я обычно кладу 1,5 ложки сахара. Почему? Потому что сахар нужен для работы дрожжей. Но
2 с четвертью, это очень много. Значит, сахар и мука. Мука по рецепту 450 грамм. Я муку не просеиваю. Можно просеять, если есть время. Я обычно не просеиваю. Вот тут важный момент. Значит, у меня сейчас на весах показывает 320 грамм. Вот в этот момент мне нужно обнулить весы, чтобы я видела, сколько я точно насыпаю муки. Потому что вот именно соотношение муки и воды, вот это уже важно. Вот здесь уже ни к чему. Мука. Точно как в аптеке, 450 грамм. Молодец. Значит, дрожжи. 1 чайная ложка дрожжей. Значит, дрожжи используются вот такие сухие. Вот. Значит, у меня тут один нюанс. Вот это уже последние остались дрожжи. Когда они свеженькие, да, я придерживаюсь рецептуры. Когда я знаю, что они уже заканчиваются, уже не такие активные, я тогда немножечко, ну вот, допустим, вот эта чайная ложка, я делаю вот такое углубление и, ну, чуть-чуть такую вот крохотулю добавляю, потому что я знаю, что дрожжи уже не такие активные. Я на днях закуплюсь и тогда буду делать строго по рецепту. Все, ведерко загружено, все строго по весам, именно соотношение муки и воды. Вот это важно. Ну что, наступило время поработать хлебопечки. Открываем. Загружаем ведерко. Я выставляю 700 грамм. Курочку мы любим темную. Все. Нажимаем пуск. Хлебопечка начала вымешивать. Я вам покажу сейчас, что там творится. Она будет месить, потом образуется шарик. Несколько раз она тесто обомнет. В общем, там специальный температурный режим. Через 3 часа будет готова буханочка. Я обязательно покажу, какая она получилась. И в следующем видео завтра я вам покажу, как я делаю на программе тесто. Как я делаю шикарное тесто на пельмени. Без рук, не пачкаясь, ничего, получается изумительное тесто на пельмени, пластичное. Я объясню, почему именно в хлебопечке я это делаю, а не, допустим, есть специальные там блендеры, в которых можно мешать там с чашей, еще что-то. Почему именно мне нравится в хлебопечке? Подписывайтесь на мой канал, не пропускайте новые видео. Ну что, ждем хлеб, покажу обязательно. Ну вот и хлеб на следующее утро. Вот он такой мягенький. Никаких трещин. Корочка румяная. Сейчас покажу вам на срезе. Я левша. Левши, ставьте лайк, подписывайтесь. Мы ж одной крови. Вот такой хлебушек внутри. Если кого интересует точный рецепт, я напишу в дополнении точно, как у меня в инструкции к этой хлебопечке. Ну что, всем пока. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Далее у меня еще идет тесто на пельмени и домашняя лапша. Пока!